Стюардесса, прошу пересадить меня на другое место. К сожалению, эконом-класс заполнен. Мне жаль, но я не стану лететь вместе с негром. Придумайте что-нибудь. Я поговорю с капитаном. Капитан сказал, что нашел место в первом классе. Также он приносит извинения. Нормальный пассажир не должен сидеть рядом с такой жалкой личностью. Прошу вас, пройдемте со мной, сэр. Поставьте расиста на место.